И всем привет, с вами Джек, и мы сегодня играем такой мини-режим под названием Скварс, да. Возьмем лут сегодняшний, что нам дадут. Взяли наш лут, теперь можем уже идти на центр, наш любимый. Какой-то сейчас так был, я реально сейчас чуть штаны не надел. Я реально очень сильно испугался, если по правде говорить. Я реально сейчас штаны не надел. Что-то реально так страшно было, вообще просто страшно. Что-то не передать словами, как это было страшно. Ну, давайте-ка возьмем два скелета, раз, два. И уже убежим отсюда. Да, вот это закроем. Здесь поднимемся. Тут нас никто не заметил. Так, здесь лучше 7. Все-таки лучше урон 7. Как я понимаю. Так, у нас здесь сундук есть. Раз, два, три. Нет, стоит. Подожди. Ё-моё, у меня ничего сейчас твой нет. Не перепридется переделывать. Это очень печально. Меня сейчас может кто-то достать. В принципе, уже никто не достанет. Ух ты, мне просто сейчас просто повезло. Если говорить. В принципе, защиту. И... Значит, лучшую, которая у нас есть, ботинки. В принципе, давайте-ка возьмем вот это. Так. В принципе, можем зачариться, чтобы потом пацан получил опыт. Хотя нам зачем опыт, чтобы пацан получил? Мы должны с него опыт получить. Как убивать такой породы пацана. Ах ты, я тебя сейчас достану. Я тебя сейчас достану, пацан. Пацан, я тебя сейчас достану. Ё-моё, кто-то нас стреляет. Это очень опасно сейчас. Печально, что у нас нет стрел. Ну, в принципе, сейчас кого-нибудь сейчас разделаем на мясо. В принципе, можем сейчас поубегать немножечко. Вот это мы уже зачарили. Главное, чтобы за нами не бежали. В принципе, за нами не бегут. Можем сейчас тоже разделать на мясо. Даже на фарш разделать. Главное тут уметь драться. Как я знаю. Так, одеваем все самое лучшее. Ой, вот так. Сделали все, разделали всех на мясо. Остались мы с каким-то чуваком, у которого 20 хп. Так, будем искать его. А за окном хочу вам сказать, что у меня тут нереально очень много салютов. Это второй день, потому что вечером очень много салюта. И просто там просто дым остается очень большой. Еще не знаю, почему я это говорю, потому что реально на улице есть салют. Салют, ребят. Так, пока что я хотел вас с Новым годом поздравить, потому что с каникулами. Все-таки Новый год, у вас будет лучше оценки. Наверное, уже слышите, вообще это просто что-то нечто. Меня реально сейчас уши заложат. Если вы этого сейчас не слышите, может, не слышите. Что у меня такой микрофон, от которого ничего не слышно. А может, и слышно. У меня появился шанс его убить. Не получилось мне его убить. Хотя я до него даже не тронулся. Хотя вот видите, как много убил, килла. Советую вам лайк ставить, потому что я очень давно старался, даже салют сделал так, чтобы я победил. С вами был Джек. Давайте откроем напоследок, откроем. Посмотрите, что выпадет. Я с вами попрощаюсь. Да, всем удачи, всем пока.